Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, партнеры. Я Николай Лысков, и продолжая сегодняшнюю серию видеоуроков «Ответы на вопросы», вот мне поступил такой вопрос от Ирины. Давайте я вам зачитаю. Хочу еще раз попробовать, но очень боюсь. Есть печальный опыт, потеряла деньги в прошлом проекте. Ну вот, да, многие люди, вот, заходя в интернет, пробуя, к сожалению, сталкиваются с такой ситуацией, что у них не получается, и они теряют деньги. Это часто так происходит по очень простой причине. Во-первых, потому что человек без опыта заходит в какой-то проект серьезный, вкладывает туда деньги, но не знает, как здесь работать, что делать, в каком направлении двигаться, какие действия необходимо делать. К тому же, очень много сегодня в российском сегменте интернета есть лохотронов, обманов. Ну вот так устроен наш народ, стараются обмануть, и поэтому здесь вот очень важно найти легальную компанию, надежную компанию, людей, которые работают уже давно. Присмотритесь, вот вы наверняка в интернете уже с кем-то общаетесь. Есть люди, которые уже, как говорится, вам примелькались, и которым можно уже доверять. И я всем настоятельно рекомендую, заходя в какой-то проект, не вкладывать сразу деньги. Если вы новичок, если вы еще не знаете, как это все работает, как это все устроено, не торопитесь вкладывать деньги. Разберитесь, поймите, как это все работает. Докопайтесь до сути, до истины. Ну, а что касается в целом вообще заработка в интернет, то этим, конечно же, надо заниматься обязательно. Это прекрасная альтернатива заработку на земле. Ну, вот если разобраться, ну, что ждет человека в будущем? Ну, небольшая пенсия, на которую очень сложно прожить. Ну, вот, в принципе-то и все. Если вы готовы довольствоваться тем, что будете получать небольшую пенсию, если вы уже человек в возрасте, если вам этого достаточно, это ваш выбор. Но вот сегодня перед нами открываются вот колоссальные возможности. Вы можете развиваться, вы можете зарабатывать. Необходимо просто этому научиться. Сегодня же много школ в интернете. Их огромное количество. Да, школы в большинстве платные. И цены, конечно, там, ну, высокие. Я тоже обучаю новичков заработку в сети интернет. У меня есть и платные варианты, и бесплатные. Обучение у меня недорогое. И я довожу людей до результатов. Я беру их за руку и веду до результатов, до того момента, когда у них уже первые продажи, регистрации, если это какой-то проект. То есть они получают результат. Тот результат, который хотят получить. И если это заработок, то обязательно уже прибыль. В одном из своих проектов я довожу людей до заработка 30 тысяч рублей в месяц и более. У меня есть вариант такого обучения. Если вы присоединяетесь, то я вас доведу до этого момента, когда вы начнете зарабатывать от 30 тысяч рублей в месяц и более. Здесь может обучаться абсолютно любой человек. Новичок, без опыта. Просто он немножко больше будет идти к этим деньгам, нежели человек, у которого есть какой-то уже опыт. Работа на компьютере или же в интернете, в других проектах,
А здесь уже человек быстрее придет к этим результатам, даже в первый месяц это возможно. А бояться здесь не стоит. Если вы будете всего бояться и ничего не будете делать, то и результата у вас, конечно же, никакого не будет. Тем людям, кто хочет освоить заработок в сети интернет, внизу под этим видео будет мой скайп. Напишите мне скайп, мы с вами пообщаемся. Я для каждого из вас подготовлю индивидуальную программу обучения, и мы с вами начнем обучаться. Повторюсь, есть платные варианты обучения, они недорогие, от $50. Есть бесплатные. Так что вот пробуйте, и у вас обязательно все получится. Зарабатывать в интернете несложно и очень интересно. Это увлекательное путешествие, где вы начинаете расти, развиваться, где вы встречаетесь с новыми людьми, с новыми возможностями, у вас растет заработок. Ну, здесь очень интересная идет жизнь. Большинство людей заходят в интернет просто для развлечения. Ну вот, есть еще такой вариант. В интернете сегодня масса людей зарабатывают деньги. Необходимо просто этому научиться. Понять, как это работает. Вариантов множество. Пробуйте. Сегодня у вас как раз представилась такая возможность присоединиться к моим обучающим школам и пройти у меня обучение и научиться зарабатывать в сети интернет. Я желаю вам успеха. Оставляйте свои вопросы внизу под этим видео. Всем желаю удачи, всего вам доброго. С вами был Николай Лысков.